Если в Инстаграме проанализировать написание таких слов, как уикенд, стартап, лайн-ап, масс-медиа, арт-хаус, то выяснится, что там преобладает дефисное написание. А как правильно? Давайте начнем со слова «уикенд». В орфографическом словаре зафиксировано написание «уикенд» через дефис и с буквой «э». Это тот случай, когда язык подстраивается под массовость. Но в толковом словаре зафиксировано написание «уикенд» слитно и с буквой «е», что более близко к оригинальному написанию «уикенд». Лингвисты вообще считают, что скоро метаморфозы все эти прекратятся, останется один вот вариант «уикенд» слитно с буквой «е», потому что русский язык активно вымещает букву «м» из иностранных слов, заменяя ее на букву «е». Стартап – это новый бизнес, да, на стадии развития. Слово очень популярное среди молодых. В языке оригинале оно пишется слитно, и в русском языке оно тоже пишется слитно. Масс-медиа слово зафиксировано с 2012 года в орфографическом словаре слитное написание. И еще маленькая подсказка. Все слова в русском языке, которые начинаются со слова «медиа», пишутся слитно. Так, теперь слово, так, какое у нас последнее слово, это «артхаус». Вы знаете, что в языке оригинале это два слова. Почему же в русском языке оно пишется слитно? Да потому что в русском языке нет отдельного слова «хаус». Точно так же, как нет слова «мен» – «бизнесмен», нет слова «вумен» – «шоу-вумен». Вот поэтому слово «артхаус» пишется слитно, так как его части не являются самостоятельными единицами в русском языке.